Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки и ниндзя-легенды. Так, забираем свои ежедневные награды. 100 бакинских плюс 29 монет. Так, быстренько зайдем с тобой в магазин и посмотрим, что у нас по предметам. Так, здесь ничего нам не нужно. Так, а вот монетки мы с тобой потратим на 3 ДНК для Донателло. Опачки. Ну что, 91 ДНК из 100. То есть, друзья мои, еще 9 ДНК. И мы с вами нашего Доника проапаем, прокачаем, по-моему, даже на последнюю звезду. Ну, а по жетонам, как ты видишь, все довольно-таки плохо. Так, давай дальше смотреть. Сразиться в боях и поднять уровень персонажа. Так, ну что, мы с тобой прокачиваем. Продолжаем прокачивать Джастина. Именно его навыки. Так, и давай-ка мы, наверное, глянем, что нам здесь нужно. Ой, елки-палки, что-то дофига, ладно. 9 очков. Ну что, поехали. Слушай, с очками, по-моему, будет все очень плохо. Так, первые нашли. Вторые. Продолжаем искать. Так, безрезультатно. Третьи. Четвертый. Слушай, ну, может быть, я ошибался. Пятые. Шестые. Седьмые. Слушай, неплохо идут. Восьмые. Так, и, по-моему, одни у нас были, да? Ага, нет, все-таки надо еще. Надо еще одни очки найти. Все, ребят. Так, и что там нам не хватает? Кружки. 11 кружек нужно, наверное, еще слово найти. Раз. Два. Слушай, мы уже задание с тобой выполнили. Три. Давай-ка мы, наверное, продолжим поиски в следующий раз, а то у нас так с тобой телепортов не хватит. Вообще ни на что. Забираем награды. Так, поднять уровень персонажа. У нас с тобой 30 тысяч мутагена, по-моему, да? 31 тысяча. Наверное, Джастина прокачаем на один уровень. Да, 77-й. Слушай, он скоро будет 80-м. Ребята, он скоро к нам в основной состав попадет, я так чувствую. Ну что же, тут все замечательно. Так, в магазине мы уже были. Так, начнем с арены с тобой. Ранг 61, я в Лиге Сёгунов. Меня такой расклад не устраивает. 3-4 отката, кстати, откаты я, ребята, еще прикуплю. Вот так вот мы с тобой сделаем. Итого 57 откатов. Турнирная арена, 61 ранг. Разве нам это нужно? Конечно же нет, и мы будем с тобой повышаться по нему как можно быстрее. Так, 59-60 ранг. В принципе, с этими ребятами Леонардо должен сейчас справиться, но буду я отыгрывать, наверное, 45 уровни. В принципе, ребята, он должен. Он до 62 уровня, в принципе, тащит. Тащит каточку. А вот уже дальше придется брать у Саги. Ну, мы сейчас посмотрим, как все пойдет у нас. Лишь бы не сбилось, да? Лишь бы нас, как говорится, не покромсали в ответку. Вот, видишь, ребята, уже первые недочеты пошли. Хорошо, что мы ему атаку понизили. Так, Шреддер сможет добить? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Это плохо. Ну-ка, в ответку ему. На, ответка. Так, Кожеголовый, а ты как? Сможешь добить? Ах ты, красотулька ты моя. Да, Кожеголовый действительно, ребята, очень сильный персонаж. Несмотря на то, что он и не прокачанный, у него малый уровень, он все равно бомбит. Причем неплохо. Ну что, должны мы с тобой сегодня попасть в Лигу Мастеров. Возможно, даже две звезды. Ранг пока 48, ничего страшного. Так, сейчас будем выбирать с тобой что-нибудь пожестче. Так, 16-21. Нас это не устраивает, согласись. Какие нафиг 16-21, когда нам нужно 17-22? Это минималка. А они мне не хотят давать. Понимаешь? Жмутничают. Вижу 16-22. Давай хотя бы здесь согласимся на их условия. 16. Так, ну тут 65-66. Уровень, короче, серьезный. Поэтому я возьму, наверное, сюда Шархана. Так, Змейкамин, отвали. И к Шархану. Это риск, друзья мои, это 100% риск. Потому что если Шарханушка наш не добьет, промахнется или еще что-нибудь, у нас начнут с тобой падать головы наших персонажей. И все, естественно, фейл и так далее и тому подобное. Оттуда вытекающий, да? Вот. Ну смотри, Шархан, не подведи. А он меня подвел. А он меня, друзья мои, подвел. Все, кого-то... Слушай, нам повезло чудом. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, ну-ка. Блин, а у них еще, видишь? У них еще защита стоит, которую мне не пробить.
Нет, ну конечно, Лео-то пробьет, а вот Шархану придется здесь, ребята, врубать мясорубку. Есть, хух. На волосочке, друзья мои, просто на волосочке от гибели у нас были персонажи. И трындец, выиграли только за счет того, что у нас инициатива большая. А я ведь говорил, 100% риск. Блин, больше так что-то не хочу рисковать, если честно, аж в горле пересохло от волнения. Так, ну что, давай тогда мы с тобой будем. Опять они суют 16-21, а? Ну вот что вы делаете? 16-22, это у нас доги. Ну, ребят, я уже не буду рисковать. Я возьму кого-нибудь посерьезнее здесь. Ну, например, Змейковьюна. Посерьезнее, блин. Давай еще Карайку сюда возьмем, да? 70 уровня. Все, и двоих слабеньких. Конечно, хотелось бы мне отыгрывать 40-е, 30-е уровни, но это возможно только при участии Леонардо и Усаги. Другого варианта нету. Не забывай, что здесь хан. В принципе, хан должен упасть. Он в защите. Оу, а так если? Нормуль, Макман, хорош. Замечательно, ребята. У него защита от воздействия была в плюсике. Но, как видишь, это не помогло ему. Ну что же, а мы с тобой двигаемся дальше. Я еще раз тебе говорю, что сегодня наша цель — попасть в Лигу Мастеров 2 звезды. А вот получится у нас это или нет, это мы с тобой увидим. И сегодня, наверное, мы будем проходить с тобой два испытания вместо одного. Потому что меня долго не было, ребята. Работа, как я вам уже объяснял. И в основном сейчас идет акцент на второй канал, там, где у нас очень много новых игр выходит. Я не знаю, ребята, хоть разорвись. И Киберпанк охота поиграть, и мне надо еще и Бессмертных проходить, плюс этот Спайдермен. Бросать это как бы нет смысла, потому что если я отвлекусь и заброшу, то потом очень тяжело будет туда возвращаться. Поэтому я решил сделать так: проходим с тобой Спайдермена вместе с Бессмертными, да? Потом беремся за Киберпанк и что там... Оух, щет! А как так... А как так вышло-то, ребята? Ё-моё, я... Кунаичи прозевал. Ёпарасете. Ну правильно, все, я понял теперь почему. Нафиг я взял Джастина сюда, вот скажи мне на милость. Ай-яй-яй-яй-яй. Вот она, ребята, моя величайшая ошибка. Ладно. Да еще и заговорился, отвлекся, блин. В общем, ребят, вы поняли, да, что вначале мы с вами проходим то, что уже начали. А дальше, дальше уже будем по мере поступления. Так, ну что, давай, наверное, бросим с тобой молот. Я даже не знаю, куда бросить его. Давай в Рафаэля попробуем, наверное. Провокацию нет смысла брать им. Его распетрушат здесь. Сплинтер забафал. И этот еще бафает. О, слушай, они смотрят. Ё-моё, что они там сделали? Сейчас, по-моему, крышка кому-то еще будет. Да. А я ведь говорил, ребята. Ну, это все моя невнимательность. Ё-парасете, всех разбомбили. Зашибись. Отвлекся, называется. Ну, потому что такая фигня, ребят, происходит. Когда начинаешь говорить, как-то машинально думаешь о другом и совсем не обращаешь внимания, что происходит здесь у тебя. Будет уроком, уже неоднократным причем. Давай этого сплинтера попробуем вырубить. Зачем? Почему я был уверен, что Джастин здесь пройдет? С чего меня вдруг это сподвигло-то? Я не понимаю. Если бы у него была бы хотя бы массовая атака прокачана полностью, да, там, до 6 уровня. Базара нет. Надо было здесь перестраховываться. Надо было перестраховываться и взять еще кого-то. Ай, дурачок, что сделаешь? Всего лишь 3 ступеньки мы с тобой прошли. Получил, короче, потратил откат впустую. У меня просто нет слов. Ладно, возьмем с тобой Робби. Возьмем с тобой Робби. И, наверное, тут уже придется брать Усаги и, соответственно, всех их рвать на мелкие кусочки. Так, ну что, поехали. Ну, когда Усаги и Лео в команде, тут, ребят, уже волноваться не стоит. Вплоть до 78 уровня, если я не ошибаюсь. 76 еще может там что-то повыпендриваться. Но это эксклюзивные избранные персонажи, которые могут противостоять. Так, вот зачем я сейчас это сделал? А, ну, в принципе. Ну, Бакстер Стокман должен постепенного урона, в принципе, отдуплиться. По идее. Будет чудо, если он выживет. Но чудо не произошло. Так, ну мы с тобой, конечно же, двигаемся дальше. И сейчас уже, вот сейчас нормально будет буст у нас. Мы с тобой, возможно, где-то возьмем 5-6 позицию. А может вообще перелетим. Вторая, вот как. Даже еще лучше. Вторая позиция, ребята. Так, ну и берем с тобой, наверное, Дэна.
Опять наших ребят мы с тобой, естественно, берем в откат. В откатике. Так, и добиваем 50 уровень с тобой. А, как видишь, у нас на пороге стоят 66-е. Но против двух имбовых они, конечно же, ничего не сделают. Против Леонардо Сусаги вообще ничего не сделают. И пробить вряд ли они смогут. Потому что майки у них нету. Микеланджело, да, у которого инициатива большая. Да даже если бы и был, его бы сразу вырубили бы. Так, ну что, вроде бы стабилизировались. Идем нормуль. Полет, как говорится, хороший, нормальный. Давление в машине тоже приемлемое. Не нервничаем, играем на расслабоне, ребята. Ну вот, мастер. 89-я позиция. То есть рассчитывай где-то на боев 8. Это минимум. Так, 16-22. Что-то у нас как-то с тобой растет. Вот все это фиговенько. Именно по кубкам прирост идет. По 3-4 боя на одних кубках играем. Как-то не солидно, если честно. Мы должны уже где-то быть даже не 16-22, а 17-22, 23. А мы все на месте топчемся. Ладно, фиг с ним. Давай, Усаги, наяривай. Шикарно. Очень хорошо он звездал, ну, ребята. Просто троечку, первую тройку игроков он просто вынес. Со своего этого, со своей вертушки. Ну и Леонардо, естественно, что стоит? Столько лишь добивать. И это у него неплохо получается. Ну что, мы с тобой двигаемся дальше. Я думаю, где-то 75-я будет позиция. А, 76-я. Но все равно, ребят, тоже неплохо. И давай дальше выбирать с тобой. Да что ж ты будешь делать? Мне все 16-22, 16-22. Хорош, хорош, я вам говорю, ребят. Давайте мне путевой что-нибудь 17-23, например. Или это у вас что, порог, что ли, какой-то? 16-22, это у вас максималка? Или что? Я не пойму. Вы не хотите мне давать? Почему дальше не хотите давать? Почему не хотите мне давать 17? Нет, ребята, вот не хотят и все. Уперлись рогом просто вот. И не пробить. Их просто не пробить. Никаким макаром. Ладно. Раз их невозможно так пробить, будут пробивать мои персонажи их. Ах, будем мстить, мстя моя жестокая. Так, Усаги начинает свой разрыв. Танцевальный разрыв. Так, надо же, выжили. Но это ненадолго. Даже кабанчик Бибоп здесь не выживет. Вот и все. Нокаутировали. Ну что же, двигаемся дальше. Была у нас 76-я позиция, да? Будет где-то 67-я, 68-я. По идее так. Должно быть. 63-я, еще даже лучше. Опережаем, друзья мои, мои догадки. Вот, 17-23, ну наконец-то. Кто там у нас? Раймунда. Раймунда. Я не поймешь, это женщина или мужик. Раймунда. Ладно, пускай это будет мужик. Раймунда. Хотя вроде как женское имя или фиг знает. Неважно, ребят. Нам главное, что у нас есть с тобой враги, да? Нам важно, что мы их сможем запинать. И нам важно, что мы с тобой будем получать кубки. Что-то я вот немножко начинаю сомневаться в плане того, что дойти-то мы дойдем с тобой до Лиги Самурая этих мастеров, да? До Лиги Мастеров 2 звезды. Но займем мы с тобой 50-ю позицию. Вот здесь я начинаю в чем-то сомневаться. Потому что и персонажей вроде бы хватает, но у нас очень идет медленный прирост. Ты посмотри, 50, ну это что такое? Вообще ни о чем. От чего это зависит, тоже непонятно. Вот, 17-23. Опять беру, но тут не забывай, ребята, два майки. Один, который может повесить сразу уклоняшку, и нам будет очень-очень плохо. А второй может либо защиту поставить. Ой, защиту, атаку на свою команду массовую. Либо звездануть своими сюрикенами в разнобойку. Так, смотрим, что у нас тут делает Усаги. Усаги делает великолепные вещи. И с этим не поспоришь, и, по-моему, Леонардо добивает. Все, как и было предсказано. Предсказано мной. Шучу, друзья. Ну что, двигаемся дальше. Давай 40-е место. О, 37-е. Слушай, 13 позиций перепрыгнули. Если так дальше дело пойдет, очень даже в выгодном положении мы с тобой будем. Но опять же, смотри, 16-22. Ну с какого перепуга вы даете мне? Вы уже давали мне 17-23, и они опять возвращаются на
предыдущие свои показатели. Вот, 17-23. Это у нас Леночка, Елена. Ну что, давай, Ленок, повоюем с тобой чуток. Героев вроде бы еще как бы хватает, но все равно, ребят, 50-я позиция как-то не особо... не особо надежная, так скажем. Это мы даже если с тобой попанем в мастера, если до 50-го места, то нас быстро оттуда скинут. Даже будучи на 50-м месте, нас все равно быстро скинут. Потому что, я не знаю, ребята, здесь такое ощущение, что буст идет всегда. Особенно в последнее время. Ты не засиживаешься долго на одном месте. Ты буквально вот сейчас дойдешь, как я до Лиги Мастеров, да? Буквально лягу спать, на утречко встану, и я уже где-то там в самураях барахтаюсь. Или в сёгунах. Так, ну что, 20-я позиция. Если у нас еще с тобой пойдет так вот раскладик, то через два боя мы с тобой попадем уже в Лигу Мастеров. Вот, 17-23. Я просто выискиваю именно вот эти вот кубки 17-23. С ними идет довольно неплохой прирост. Раз, два, три. Уровень, не забывай, что здесь 74-й. Максимальный 79-й, по-моему. Но там уже придется нам делать добор из МБ. То есть там уже Леонардо с Усаги могут вляпаться. Или же их брать вместе с довольно неплохими прокачанными ребятами. Ну что, я так понимаю, тут добивка будет для всех. Да. И вот в этой игре, что хорошо, ребята, очень редко, когда промахиваешься. Очень редко. Обычно, когда там персонажи слабые, там на уровне там 20, не знаю, они могут, да, промахнуться. А от этой же компании игра, да? Всадники Оуха. Как же там эти промахи идут? Ё-моё, особенно сарделька. Промахивается и промахивается. В комментариях только и слышно: ну, Рэй, убери эту сардельку, надоело уже. Ребята, может быть, она и надоела вам, но, понимаешь, за счет нее я очень много делаю выигрышных каток. За счет вот ее скилла отражения. И с этим не поспоришь. Главное, чтобы она выжила, и главное, чтобы ты мог его юзать, этот скилл. А то бывало, что она остается одна, сарделька. Ее начинают вечно в немоту бросать. Второй ее постоянно глушит или просто бомбит. И таким макаром, конечно же, они расписывают. И ничего ты там не сделаешь. При любой, как говорится, даже при любом раскладе. Ну что, пока у нас все идет хорошо. Ты сам все прекрасно видишь. Испытания у нас сегодня какие там будут, я уже и не помню, если честно. Я думаю, несложные. Так, ну что, друзья мои, я нас поздравляю. Мы с тобой переходим в Лигу Мастеров 2 звезды. И следующая наша цель — хотя бы полтинчик заработать. Хотя бы полтинчик. Я уже про больше там не говорю. Откатиков вроде бы хватает. Вроде бы все отлично. Вот с персонажами небольшая проблемка, конечно. Выживут ли, не выживут, понимаешь? Если стоит только где-то сфейлиться, пропустить, от них пощады не жди. От них пощады не жди. Они сразу начнут, ребята, действовать в полную катушку. Даже не будут тебе поддаваться, поверь мне. Вот смотри сейчас, что будет. Так, Усаги делает свою вертушку. Ага, не повезло им. По инициативе им не повезло. А могли бы. Могли бы меня наказать. Причем очень-очень сильно. А в этом случае у нас, конечно же, победа за нами. Ну что ж, тогда двигаемся дальше. Но я уже не буду рисковать. Я все-таки возьму трех имбовых персонажей. Так, местечко нам дают какое? 86-е. Трех имбовых, да? Значит так, берем 17-23. Леонардо, Усаги, и это будет Армагон. Это будет Армагон, но вместе с ними мы берем вот этих вот, Пиццелицы и Острозуба. 40 уровня, да, не спорю, ребят. Больших результатов от них можете не ждать, вообще можете не ждать ничего. Так, Immortals Phoenix готовы к запуску. Ребята, это обновление было. Пока у меня обновление, в принципе, было, я вот решил поиграть не за черепашки. А сейчас опять туда вернусь. Нет, я еще сделаю, попробую записать серию по Дракону Олуха. И потом опять пойду Феникса фигачить. Так, ну что, давай посмотрим, какое у нас местечко с тобой. Давай, 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 показывай. Ага, 86 было, становится... Так, 74 позиция, поехали. Поехали. Даже 73-е. О, я возьму вот этих, да? Давида. Возьмем с тобой Давидушку. Раз, два.
Возьму зэка, отыграем зэка с тобой и... Кабанчика вместе с Кейси Джонсом. Я думаю, это будет топчик. Сейчас у нас будет Усаги. Я сижу сейчас и думаю, зачем мне здесь нужен зэк? А зэк сейчас, кстати, будет ходить вторым после Усаги. Со своей никчемной бомбочкой, да? Проверим. Ну да. Надо же, одного хоть побил. Ну и, естественно, Лео тут делает фарш из всех. Уничтожает абсолютно всех. Так, смотрим, куда мы с тобой переместимся. У нас была 73-я позиция. Я думаю, где-то 65-я, 62-я. А ну-ка ся. 63-я. Окей. Так, ну что, здесь мы, наверное... Возьму я, наверное, Ольгу. Да? Возьмем с тобой Ольгу. Вернем этих ребят в строй. Также я сюда возьму Сплинтера. Возьму Сплинтера. И вместе с ним пойдет Донни и Рафаэль. Ролевой. Ребят, не волнуйтесь, здесь все под контролем. Несмотря на то, что Сплинтер у нас слабенький и непрокачанный, этого будет более чем достаточно. Он пойдет как добивающий. Если у кого-то будет много хп или кто-то не будет находиться под постепенным уроном, тут пойдет уже в дело Сплинтер. Но, как ты видишь, Сплинтеру даже и не пришлось тут выпендриваться. Всех завалили сами. Справились, короче, Усаги и Лео, как всегда, вдвоем. Дуо комплит. Так, ну что, у нас уже, друзья мои, 47 место, а я хотел до 50 дойти. Но так как у нас есть еще персонажи, поэтому мы с тобой продолжим играть. И возьмем мы с тобой Махмеда. Берем с тобой Махмеда. Давай вот так, наверное, сделаем. И отыгрывать будем с тобой, ну просто имбу. Имбу отыграем и все, фиг с ним. Хотя можно было бы взять и слабых персонажей. А мы сейчас делать с тобой будем, знаешь как, Леонардо Усаги плюс какой-то из имбы. И к ним будем плюсовать двух малышей. Я думаю, что это будет оптимально. Может быть, даже дойдем с тобой до 3 звезды. Мастер 3 звезды, это вообще круто будет. Так, постепенночки висит на всех. Нам главное Донни с тобой положить баньки, и все будет хорошо. И мы это делаем. Только не только Донателло лежит спать, а все легли. Ну, за компанию. Может быть, Донни решил присоединиться. Сказал, ну что я тут буду один стоять? Дай-ка я тоже упаду. Ну и мы с тобой продвигаемся дальше. Местечко будет 32-е. А, 38-е. А почему не 32-е? Что такое? Почему не дали вы мне? Так. Халит. Ну давай, Халит. Раз. Два. Возьмем Железноголового. И вместе с Железноголовым будет у нас... Ну, смотри, тут уровень действительно, ребята, серьезный. 78-й, почти 80-й. Если при фуловой прокачке, 78-й может спокойно уложить 90-го. Если тот без прокачки, я имею в виду 90-й уровень. Если скиллы там при 1-2 уровня, то фиаско ему светит. Ну и не забывай про инициативу. Тут все-таки уже она довольно серьезная, поэтому если сейчас мы сдуемся, а Ванюша... Нет, не сдулись, и Ванюша не стал делать стрельбу, а Донателло, как ты видишь, не успел сходить, потому что, опять же, инициатива. Он в самый последний раз, в самую последнюю очередь, по-моему, ходит. Ну, а мы с тобой двигаемся дальше, и место у нас... Та-да-да-дан-та-дан! 24-е. Вот так вот, друзья, 24-я позиция. То есть, мы берем с тобой Томаса. Берем с тобой Лео плюс Усаги плюс Бакстер. Плюс ко всему этому мы берем двух малышей. И вот сейчас будет тоже, ребята, хороший разгром. Потому что и Бакстер у нас по инициативке, конечно, уступит здесь 78 уровнем, 79. Но я думаю, что Усаги, наверное, на всех повесит постепенку. Я на это надеюсь. Это как гарант будет. Да, это наш гарант, друзья мои. То, что если сейчас Леонардо кого-то не уложит, а он уложит всех. Нет, смотри-ка, кроме Донни. На тебе, ракетой. Бомбс. Бонус снят. Какой у него, интересно, был бонус еще? Ты объясни. Бонус снят. У него там все снято было сразу же. С одного выстрела. Ну что, мы с тобой двигаемся.
Друзья, по-моему, у нас очень хорошие новости. Мы с тобой попадем в Лигу Мастеров 3 звезды. Это большой плюс для меня. Так, возьмем с тобой, наверное, вот это вот по максималочке. Плюсик в чем заключается, друзья мои? Нам завтра придется меньше играть. Слушай, а что за день недели? Я вот забыл. Когда у нас с тобой открывается этот третье испытание? И, кстати, надо будет глянуть, кто там у нас разыгрывается. Я что-то запамятовал. Ну, по-моему, тот, кто у нас есть, да? И особого, как бы, энтузиазма это мне не дает. Но, тем не менее, все равно гляну. Так, шикарненько, я тебе скажу, бомбанули. Боксер Стокман, надеюсь, упадет. Не хочет так, да? Тогда получай вот так. Даже если бы Рафаэль сейчас не ходил бы, а ходил бы Бакстер, он бы не успел ничего сделать, потому что постепенно урон его бы убил. Ну что же, мы с тобой двигаемся дальше и смотрим, какое местечко. Я думаю, где-то 5-6. Или 7 даже. 3-е. 3-е, друзья мои. Ну вот, это наш будет последний на сегодня бой. Именно на лиге. Так, Усаги, Лео, плюс Бакстер Донни. Так, какой Бакстер? О каком я Бакстере говорю? Конечно же, Кристофер. Какой Кристофер? Крис Брэдфорд, елки-палки. Вообще, ребята, уже все. Ну, что вы хотите, после ночной смены я еще не спал. Представляете, я еще не спал после ночной смены. Глаза залипают, мозги вообще уже не думают ни о чем. Как бы дойти до койки, но я все равно хочу поиграть в бессмертных. И еще хотел сегодня, друзья мои, запилить серию по Спайдермену. Да. Да и по Кастлшторму как бы тоже нужно, ребята, сделать серию. Давненько уже у нас не было. Там уже близится к развязке. Я все никак не могу это развязать. И, кстати, для первого канала у нас обновление вышло для этих Хранителей монстров. Вы в курсе, да, что вышла уже, по-моему, релизная игра? Так что, ребята, есть смысл возвращаться в нее и бомбить. Но, опять же, время надо. Так, ну что, 87-й ранг. Я нас, ребят, поздравляю с Лигой Мастеров. Конечно же, завтра нас скинут, но мы все равно с тобой будем прорываться, да, через эти бои. И никто нас не остановит. Ну что, идем с тобой, значит, на испытание. А, тут черепащая буря будет. Ну что, ярость Рафа. Да, я думаю, что надо сыграть в ярость Рафа. О, друзья мои, да что ж такое-то. А это нежданчик. А это нежданчик, а это подстава. И я-то думал, что у нас будет топ. Ага, а ты видишь, что получилось максимально. Это 61 уровень. Это паукус. Жаль, очень жаль, что мы тут с тобой не сможем поиграть по-человечески. Блин, это максимум. Какая? 5-6 эпизод. Это максималка, что нам светит. А там только начинаются те самые персонажи, которые нам нужны. Так что заведомо вот это вот прохождение у нас с вами сфейлено. Да, из-за того, что у нас маленькие слабые персонажи. Ну, это не их вина, это вина моя, потому что я их не прокачивал в свое время. Да и как бы на будущее пока еще нет такого задела у меня именно их на прокачку ставить. Так и будем пока на этом испытании с тобой фейлиться. Ну, 25-х тоже порвем, 30-й порвем, 35-х порвем. 40-е уже будут кого-то из наших убирать, а им, поверь, есть кого убирать. Это, например, Острозуба. Ну, пока у нас есть Паукус 61 уровня, мы до 40-х будем, в принципе, проходить уверенно. Тут ничего не поделаешь. Такова, ребята, боль. Боль и статистика. Ну что, переходим с тобой на третью волну. И здесь у нас Рафаэльчики, да? Ролевой, Рафаэль Космос и, конечно же, Рафаэль Видение, который упал только что. Так, ну что, добиваем. Слушай, неплохо. Опять же повторю, неплохо, но это пока, до поры до времени. Сейчас они раскочегарятся, уровень у них подрастет. А у меня нет даже топовых игроков, которых я бы мог взять сюда с собой. Вот так вот, обидно, досадно, ну ладно. Так, слушай, а Рафаэль Видение, в принципе, мне нужен. Нужен, не буду отрицать, друзья мои. Этот персонаж превосходен. И лишняя ДНК, а она лишней никогда не бывает, нам будет нужна. Так, смотри-ка, мы 30-ников до сих пор еще бьем, в принципе, с полтычка. Так, Макман, Кейси Джонс и два грибочка. Так, а грибочек-то недобиваемый, ай. А он был 30 уровня.
Вот как ты мне это объяснишь? Тихо, парень. Ага. И этого тоже в минус. А, мы замедлили. Вон, видишь? Что Острозуб, что Рокстеди, да? Они слабые здесь. Они просто слабые. Ну, он даже к Сервомотосу ту сильнее. Так. Сейчас, если у них Рафаэль сделает... Нет, он уже ничего не делает. А наши-то дурочки сейчас будут атаковать. Смотрим. Ну, неплохо. Если честно, я думал, что будет похуже. Но мы разобрались здесь, как ни странно. Очень даже отлично. Ладушки, давай двигаться дальше. У нас с тобой Рафаэль Видение зарабатывается. И дальше идет Рафаэль Ролевой. Поехали. Рафаэль Ролевой у нас, по-моему, с тобой... А, нет, не прокачан, ребята. Он у нас еще, по-моему, даже в серебре находится. Поэтому ДНК на него очень даже приветствуется у меня. Крысы паршивые, а. Давайте, последнюю крысу валите. Ну, Острозуб, зачем ты взял, вот, я не знаю, провокацию? Она же тебе здесь нафиг не нужна. Сейчас же будешь от всех получать, как, от кого не лень. Эй, дурачок. Ну, хорошо, ребята, вручает, да? Причем довольно прикольно вручает. А так бы, если бы... Ой, ой, друзья мои, вот. Вот вам и результат. 45 уровня. Железноголовый. Ну как так-то, а? Ну как так могло произойти? Ну хотя 45 уровень приблизительно уже на равных вместе с нами, да, дерется. То я уже под сомнение ставлю следующий уровень, следующий эпизод. Стоит ли вообще туда рыпаться? Наверное, нет. Хотя вот так вот, если посмотреть, да, вроде бы неплохо разбираем, все нормально. Но почему не получилось, а? Да потому что Острозуб взял, ребят, провокацию, вот и все. В принципе, смотри, вот Крип тоже взял провокацию, а это говорит о чем? Что его сейчас разберут. Не надо здесь брать провокации. Это только хуже себе делаешь. Ай-яй-яй, по-моему, мы еще с тобой сейчас и Рокстеди не потеряем. Ах, или же нет, посмотрим. Рокстеди, слава богу, спасен, но... Одна звезда, ребята. Ну, сами понимаете, да? Дальше идти, ну, просто не стоит. Просто не стоит, потому что нас там расчехлят. Да и к тому же, этот Рафаэль и этот у нас есть твой. Полностью прокачанные. Так, ну что, тут осталось 19 часов. Я думаю, ребята, мы, наверное, на этом будем пока закругляться. Я хотел два испытания пройти. Так, а посмотрим, что у нас здесь. Ай-яй-яй-яй-яй. И здесь тоже, друзья мои, имбу мне не дали. Соответственно, тоже мы с тобой не пройдем полностью. Блин, ну почему же так, а? Обидненько мне. Ну да ладно. Мы с тобой увидимся завтра, да? И продолжим бомбить. Даже уже пойдем, наверное, вот сюда, на черепашью бурю. А на этом все. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков. Удачи вам.